Центр технической информации, модельная библиотека, филиал номер 2, присоединяется к международной акции «Читаем детям о войне». Как было много тех героев, чьи неизвестные имена навеки их взяла с собой в свой край неведомый. Война. Они сражались безответно, патрон последний берегли. Их имена приносит ветром, печальным ветром той войны. Еще слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрою, Коля, и вспыхнет вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война, и русское родное поле приносит ветрам имена.